пошла запись. Передаем привет. Запись — это кнопочка. Я забываю. Ну так-то не лечи нас, девочка. Хорошо мы чайником. Да, мы чайником. Хорошо кофейником. Камера в руках у чайника. Я готова. Кипиш на. Кипишу готов. Кипиш нарастает? Нет, надо снять. А. Ну давай снимем. Он рыжий. Я уже сняла. А, в этом смысле, я думал, вот снимет точно. Передаем приветики. Божественный чаечек. На роупике. Я типа уже не первый раз, мне нужно съедать прыгать. Можешь попробовать, это как бы, наверное, даже было, имело смысл сделать с самого начала. Я как-то себя сдерживаю. Так, а как приближать? А, вот, все, вижу. Там эту штуку, которая включает и включает. Губки, чтобы не отвалились. Снимите его. Девочка просила его снять. Снимаем. Снимаем с моста. Можно сказать, с двух стволов. Часика два. Вверх смотри, у тебя получится. Как это возможно? Легко. Одно движение вперед, и ты внизу. Ты главное туда смотри, вперед. Ёлки. О! В пути кто-нибудь позвонит. И помни, что у нас кончается пленка. Думаю, это его не подбодрит. А по-любому хоть как прыгать? Ну, где-то в Казахстане. А, нет, в Саратове. Я думаю, она поменьше. Ну, может быть, поменьше. Тут типа этот, Гагарин. Выстреливают туда. Вперед. Да. Не смотри вниз. Вперед, да? И так будет спокойнее и надежнее. Если ты будешь так долго прыгать, мне придется просить подпорку. Это его не взбодрит. Сейчас, секундочку, еще подругу. Ты можешь. На самом деле там постоять можно. Не, ну когда уже во вкус вошло, то наверное. Это достаточно приятно. Если перестать этого шугаться. Больше очень просто делаю. Ты над спиной полетел. Оставь там мост. Оставь нам мост. Да. Еще чуть-чуть, и переплюнул бы Славика.
Молодчина! Поднимайся. Просто готово. Ну все. Ну, в смысле. Ну, в смысле, ты знаешь. Погода-то какая, ёкарный маяк. А тем временем. Да. О. А ты говоришь, замерзнем. Купаться, вода холодная. Да, да.